Так, телепузики, что я хочу показать мои цветы. Вот этот уже начинает у меня везде. Он в том году, как мать мне дала алоэ, а сейчас смотрю везде, и здесь, и здесь. Я землю подсыпала. Ой, еще там растет, гляньте. Ой, и там еще корешок дает. Пускай растет, зайка моя. Мой телепузик. Вон он. Еще оттуда. Это тоже мать дала мне. Что-то он, ну, разрастается вроде. Пускай. Это дерево денежное. Теперь надо крутить. Крутить тоже. Оттуда и она поднимается. Я убрала. Мне здесь много было стволов. Я вам показывала. Это тоже надо мне. Вот так вот он. Этот сюда я. Какой-то он мне не нравится. Что-то листочек желе. Это тот раз, помните, я вам говорила, он больной какой-то был. Вы мне сказали, не выкидывайте. Конечно, землю я сейчас сегодня не буду. Мне обратно нету этого, как его, апатии у меня, не хочу. Вот такой земли сюда подкину я. Вот, какой-то он вялый. Это я купила на 8 марта себе подарок сделала. Еще цветет он. Цветет он. Не знаю, когда он отцветет, тогда я пересажу. На 8 марта делала. Вот. Видите, он цветает. Это я на 8 марта делала. Ой. Вот, ребят, потом вот этот мне я купила на 8 марта себе. Вот этот отцвел, и теперь он вот этот вот декабрист, если тоже на 8. Это и вот это я на 8. Сейчас я вам что скажу. И вот этот декабрист на 8. У меня декабристы 4 штуки, они разные. Вот. И это я на 8 подарила, купила, цвело, отцвело, я пересадила. А вот это я не пойму, он обратно цвести будет или семена это там. Вот, зайка моя, я твой зайчик. Не знаю, еще что ли полить. Вот, это мне мать дала. Тёщин язык, это подруга подарила мне на 8 марта. Еще не отцвел. Как отцветет, и я пересажу. А вот это, ребят, мне мать подарила тоже. Вот это что, цвести начинает, или что это? Я не понял. Вот это уже корень второй дал. Был один, а сейчас второй. А вот это, наверное, цвести будет. Видно вам? Вот это. И вон еще птенчик. Рот открыл. Вот он еще. Это, наверное, цвести. Да? А был один корень, а сейчас уже второй дают тоже. Это мать мне, материна подруга мне отдала. Ну, там оторвала вот этот корень и дала. Сказала, а, вон еще там растет, гляньте, корень малюсенький. Говорит, Ольге, передай своей. Вот. Наверное, это цветы уже будут. Посмотрим, какие будут. Вот, это тоже мать давно дала. Уже здесь тоже много корней всяких, тёщин язык. Вот этот декабрист у меня, я покупала мне это от этого, как его, подписчика. Забыла, как его звать. Это мне тоже здесь дали, тоже посажу. Вот. Вот этот, я не знаю, что-то еле-еле растет, как душа теле. Сказали, он медленно растет. Прям не знаю. Хоть выкидывай. Ну а что он мне? Хоть выкидывай, правильно, девки? Ну гляньте, уже 2 года так растет медленно. А это, не знаю, кто мне это давал. Ну, жилетовские мне давали. Вот он, цветочек уже, девки, гляньте. Это кто-то жилетовские мне. Не знаю. Вот этот цветочек уже.
Ой, сладкий, ну, у меня тю-тю-тючечки. Я, наверное, переставлю, правильно, ребят? Вот этот мне цветок не нравится. Сейчас я вам покажу. А это пускай растет. Вот этот, ну что, он 2 года еле-еле, ну 1,5 года. Ну, что-то это, я с ними и разговариваю. Ну, не знаю. Я, во-первых, не цветовод, это я просто ради приличия, как на окнах, чтоб должно быть. Вот этот цвести начинает, видите, мой зайка, мои муси-пусеньки, мои зайки. Вот этот, наверное, я выкину, чего от него? Я лучше вон посажу, мне есть надо горшки. Вот так, ребятки, мои зайки. Вот этот интересно. Ну, посмотрим, ребят. Вот он цветок. И там какой он бы. Я такой цветок первый раз вижу. Ну, тёщин язык пускай останется. Он будет шапкой такой, будет разрастаться. А вот этот я не знаю. Какой будет. Он и там вот цветет. Вот этот тоже какой-то прямо больной он. Больной, не знаю, подкармливала. Алоэ ставила. Алоэ я люблю. Потом я пересажу. У меня в деревне был большой алоэ. Я люблю алоэ, пускай он. Он разрастается, конечно. Вон, корни, видите, дает. Зайка моя. Ему, чтобы листья не подгибались здесь. Надо аккуратно все. Потом я пересажу. Потом, когда... Ну, все. Мои телепузики. Я вам показала свои. Рассказала, что, как. Вот это я не знаю, как звать цветок. Вот. Вот это тоже. Как отцветет, и я пересажу его. Ну, ладно.